Всем большой привет, дорогие друзья! Вы на канале «Дача» с Виталием Декабрёвым. И сегодня я себе устраиваю вишневый рай. Буду собирать вишню. И вот с этого дерева я планирую собрать сегодня, ну, минимум 2 ведра. Вы посмотрите на это чудо. Как плодоносит в этом году вот именно эта вишня. Просто ветки усыпаны крупными вкусными плодами. Я уверен, что у вас возник вопрос, что это за вишня, как же она называется. Это очень старый сорт, проверенный годами и временем. Сорт называется «Жуковская». Я буквально всем рекомендую посадить эту вишню на своем участке, потому что она имеет, конечно, массу преимуществ. Ну, во-первых, давайте начнем с урожайности. Урожайность просто превосходная. Ветки просто ломятся от сочных гроздей вишни. Вишня «Жуковская» – достаточно зимостойкий сорт. За все это время я не видел, чтобы на этой вишне были какие-нибудь проблемы в виде болезней. Мне очень нравится форма этой вишни. Она сердцевидная, но вишенки немного вытянутые. Вишня очень крупная. Средний вес одной вишни где-то 4 грамма. У вишни этого сорта очень качественный сухой отрыв. Это очень ценно. В садовом интернет-магазине «Семь семян» товаром недели с 10 по 17 июля будет стимулятор роста, антистрессовый препарат «Янтарин» от компании «Август». Вместо 75 рублей его можно купить за 55. Помогите своим растениям справиться с неблагоприятными условиями. Каждую неделю новые акции на семьсемян.ру. Вот это максимальная высота дерева. А сорт вишни «Жуковская» вырастает где-то примерно 3 метра в высоту. Ну что, буду собирать урожай. Несмотря на то, что стоит очень жаркая погода, это сделать нужно, потому что вишня может переспеть. Да и смотрю, конечно, птицы очень рады такому изобилию. Воробушки просто буквально пасутся на вишне. Ну, ничего, они покушали, и нам достанется, потому что урожайность, ну, просто потрясающая. Как удобно собирать такую вишню. Несколько ягод, уже целая горсть. Нет, ну эта вишня, она просто доставляет какое-то эстетическое удовольствие. По поводу вкусовых качеств. Эта вишня не является суперсладкой. У нее есть характерная терпкость, можно так сказать. Но вишня очень вкусная и ароматная. Для каких-то заготовок, для заморозки, для варенья – это просто чудесная вишня. Друзья, вот чтобы вы понимали, насколько сухой отрыв, вот моя рука, уже достаточно долго собираю вишню, она практически чистая. Вообще, конечно, самый мой нелюбимый процесс – это сбор урожая. Какой-то он, мне кажется, немного занудный, затянутый. Кстати, друзья, вот собрал 2 ведра вишни, а ситуация вообще не изменилась. Я думаю, что в 3 раза больше соберу. А ведь вначале подумал, что всего лишь соберу с нее 2 ведра. Какой я наивный человек. Ну что, понравилась вам вишенка? Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно, выращивайте вишню сорта «Жуковская». Желаю здоровья вам и вашим растениям. Пока!